Работы по капитальной реконструкции 11-й школы в селе Супсех в самом разгаре. Сейчас специалисты ведут ремонт по нескольким направлениям, начиная от облицовки фасада и заканчивая приведением в порядок учебных кабинетов. Накануне соцобъект посетил мэр курорта Василий Швец, председатель Совета депутатов Леонид Краснорусский и анапский межрайонный прокурор Сергей Чекаров во время рабочего объезда. Что здесь из общих объемов, типов работ, что сделано, что осталось? Полностью стены готовы, на первом этаже осталась покраска. Полностью установлены двери пластиковые во все помещения, за исключением 7-10 дверей, там, где еще откосы не готовы, то есть они откос сейчас подготовят и двери поставят. Значит, из того, чего еще нет, это полностью освещение и слаботочка. По словам подрядчика, специалисты сделают все возможное, чтобы завершить основные этапы реконструкции до конца июля. Василий Швец поставил задачу – увеличить количество сотрудников в бригадах и ускорить темп. Но главное, как подчеркнул анапский межрайонный прокурор, это не должно негативно сказаться на качестве. Следующей точкой рабочего объезда стал уникальный агротуристический комплекс – улиточная ферма, расположенная в селе Варваровка. Проект создала предпринимательница Елена Фильчук. Она переехала на курорт из Новосибирска и буквально влюбилась в Анапу и живописный уголок, где открыла свое дело. Здесь 250 килограмм улитки. Так. Осенью мы планируем, что привес ее будет 30%. Часть ее мы сдаем на контрактное, по контрактному производству. Для нас будет производитель готовить полуфабрикат. Так. Оставшаяся часть у нас закапывается в землю. Откладывает яйца и весной выпускает потомство. Улиточная ферма – это целый туристический кластер с бассейном, баней, зонами отдыха, а также участком, на котором предпринимательница будет выращивать лаванду. Уже сейчас Елена наладила поставки деликатеса в ведущие рестораны курорта. В планах – дальнейшее развитие предприятия. У нас здесь хорошие прямо рядом у вас по соседству партнеры. И Скалистый берег, и Гейкозоры, Шумринка. Наши очень достойные, серьезные виноделы. Поэтому сделать такую правильную кооперацию вместе с ним, вам можно постоянно снова это проводить. Более площадка у вас для этого позволяет. Самое главное, улиточная ферма у вас здесь есть. Только вперед развиваться. Улиточная ферма может стать популярным объектом агротуризма и участником гастрономических ярмарок. Также здесь можно будет проводить просветительские мероприятия для взрослых и детей. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.